сфере регистрационной службы произошли изменения. Поправки созданы для удобства граждан и намного упростят получение многих государственных услуг. О новшествах журналистам рассказали специалисты Департамента юстиции. В законную силу изменения вступили с 8 декабря прошлого года. Прежде всего, они касаются большинства видов госуслуг в сфере регистрационной службы. Среди них справки о рождении, расторжении брака, смене инициалов и другие. Теперь эти документы можно получать в любом уголке страны. Отмечу, ранее их выдавали только по месту регистрации. Это стало возможным благодаря тому, что, как вы знаете, все государственные органы работают в электронном формате, тем более Министерством юстиции поставлена такая задача. И за последние 5 лет была проведена огромная работа по формированию информационной системы Е-архив. Есть поправки и в регистрации новорожденных. Ранее, если дети у казахстанцев рождались за границей, там они получали свидетельство о рождении. Отныне такой документ родители могут поменять на казахстанский. Добавлю, коснулись изменения и правил расторжения брака. В автоматическом режиме будет поступать решение суда, и супруги беспрепятственно, имея на руках решение суда, могут вступать в повторный брак. Отмечу, в 2019-м в Северном Казахстане развелись почти 2000 супружеских пар. Абай Альжанов, Рустам Тлеужанов, новости МТРК.